sol, enfin, c'est moi le thème. Какая-то нашама оставила нас, оставила нас здесь одних. Вы знаете, у нас написано, мы здесь находимся сейчас, кушаем, это наша пища. Но пища нашама, это не что мы сегодня кушаем. Что мы Деврей Тора говорим, что мы брахот говорим. Это все поднимает это нешама выше и выше и выше. Это называется Илуй нешама. Поднимается нешама. Илуй. Выше. Поэтому мы скажем сегодня Деврей Тора, Деврей Мусар. Мы сейчас находимся в Ходеш Илуль Варахамин. Написано «Ани ле дуди ве дуди ли». Что же это такое? Если я к Всевышнему, Всевышний ко мне то же самое. Мы должны сегодня ближе быть к Всевышнему, потому что он с нами сегодня. Все знают, что мы сегодня говорим, молимся слихот. Слихот – это 40 дней перед Йом Кипур, который Моше Рабейну тоже поднялся последний раз взять Шнелюхот Абрит этих, которые он сломал перед этим. И он получил, спустился в Йом Кипурим. Потом Всевышний ему сказал, я прощаю всем вам. Я сейчас был в Бет-Кнессете здесь.